Историк по образованию, занимается в театральной мастерской, но каждый раз перед выходом к зрителю волнуется. Я была волонтером, потом я участвовала в театре малых форм номинации, где мы каждый год занимали призовые места. Но на пятый, наверное, юбилейный, для меня это был особенный фестиваль, потому что я первый раз вышла как чтец эстрадного монолога. Попробовать себя как чтец, танцор, певица, видеорежиссер. В Барнауле есть такая площадка – фестиваль «Облепиха». За несколько лет от межвузовского конкурса талантов он масштабировался до межрегионального. Сейчас здесь 4 номинации и более 200 участников. Почему именно «Облепиха»? Потому что, во-первых, это такое сибирская ягода. Она встречается чаще всего в Сибири. А также, вот как выглядит ветка «Облепихи», на ней очень-очень много ягодок, так и все коллективы собираются на одной ветке искусства и сидят рядышком и друг другу радуются. Как оцениваете профессионализм участников? Очень хорошо, учитывая то, что в основном это молодежь, школьники, очень хороший уровень. Ребята стараются вообще в современный век, каждый может попробовать себя с телефоном, и у ребят получается. Самое главное – стремление, и если они с самого малого начинают стараться и пробовать, то дальше больше, и конкурс это показывает. Кстати, оценивают любители, артисты, режиссеры и выпускники престижных столичных вузов. Фестиваль продлится всю неделю. Посмотреть на смелых творцов могут все желающие. Вход на фестиваль бесплатный. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.